Доброе утро всем. У меня голос немного потерялся вообще где-то, не знаю где. Я, походу, приболела, но пока вроде не сильно. Короче, сегодня среда, вроде 27-е, и я проснулась утром сегодня с таким странным чувством, знаете, что что-то во мне не так, и, походу, приболела. Потому что вчера я вечером начала кашлять, хотя у меня ничего до этого не болело, типа ни горло, ни температуры я не чувствовала. А утром проснулась и такое себе. Короче, я кашляю, у меня вот из этого голос сел и горло болит. Я всегда, когда у меня что-то такое, никуда не иду, остаюсь дома. У меня есть шанс отделаться одним-двумя днями и типа поправиться. Я сегодня никуда не пойду. У меня должно было быть 3 пары, но я сказала девчонок, чтобы они предупредили преподавателей, что я не очень хорошо себя чувствую. Думаю, меня поймут. Сейчас я пойду умоюсь, почищу зубы и потом подожду, пока Тёма проснется, потому что он еще спит. Я попрошу его сходить в аптеку, купить мне всего, что мне надо для того, чтобы ингаляции сделать от кашля, сироп какой-то от кашля. И подумаю, что еще надо. У меня уже с лица начал смываться загар. Это прям видно. Вот цвет кожи здесь и цвет кожи здесь. Лицо намного белее уже, чем все остальное. Всегда так происходит. Видимо, потому что лицо я типа тщательнее всего мою. Или что, я не знаю. У меня из-за критических дней вскочил вот здесь и вот здесь 3 прыщика. Но они благополучно поддаются лечению. Все нормально, они уже сходят потихоньку. Поэтому скоро их не будет. И я планирую в этом месяце сдать кровь на все то, что мне прописал сдать дерматолог. Он мне там дал список анализов. И я все это сделаю и, скорее всего, запишусь на еще один прием к дерматологу, чтобы он посмотрел на изменения, которые произошли. Я вижу, что стало лучше, стало намного лучше. Я рада, что многие из вас тоже это начали замечать. Мне очень приятно, правда. Потому что я так начала переживать из-за этого всего. Я думала, что у меня это до конца жизни теперь будет. Стало, правда, лучше. И пойду опять к дерматологу, посмотрим, что он мне скажет. Я бы хотела, чтобы он мне назначил какой-то пилинг или что-то еще, чтобы вот эти постакне начать убирать потихонечку. Так, я умылась, утеплилась, потому что дома холодно. И проснулся Тёма. Ну. Доброе утро. Привет. Уже собрался, скоро будет ехать на учебку. Я попросила его сходить в аптеку, купил мне сироп от кашля и раствор для того, чтобы ингаляции делать. Укол. Нет, никаких уколов, пожалуйста. Почему? И сделал завтрак, представляете, я пока убирала в комнате, сделал завтрак, представляете, и даже чай мне сделал. Бутерброды у нас, и у меня тут чаечек теплый. Приятного аппетита. Спасибо тебе. Да. Вчера мы не снимали влог, но у нас даже есть дома еда. Тут чуть-чуть еще курочки осталось. Я вчера делала вот эту курицу с терияки. Опять не попала на влог, чтобы вам рецепт показать. Там еще рисочку немного. У нас был вчера чисто такой китайский или японский. Какая-то кухня? Японский? Японский ужин. Что у тебя сегодня? Или надо поехать в универ. Угу. Сегодня консультация перед экзаменом. Завтра экзамен или... Угу. И все, и давай. Ура! Надо как-то мотоцикл хорошо отвезти. А, Тёма уже на мотоцикле уже, не да. ездит, потому что холодно. Но не может никак его отвезти в гараж. Кстати, многие спрашивали, где ты будешь мотоцикл, типа, ну, хранить, когда не сезон. Ну, хорошо. Расскажи. Да. Ты, типа, арендовал гараж, да? Да. Проблема просто довезти как-то. Потому что не очень охота ехать сейчас. На нем не хочешь mm-hmm. ехать, типа? Да не, ну придется. Ну да, придется. Или 700 гривен за эвакуатор. Mm-hmm. Так, ладно, все, мы будем завтракать. Спасибо. Чувствую себя какашкой. Я тут как бы поняла, откуда у меня-то вот это все.
Мы же вчера снимали с Артемом видео, может, вы его уже посмотрели на канале у Тёмы. Если нет, то подпишитесь, чтобы не пропускать. Мы снимали самый мокрый челлендж. Сидели в квартире, тянули карты и обливали друг друга водой, у кого карты меньше. Ох. Дома-то не жарко. И мы сидели, ну, снимали видео таких хороших минуток 20-30. Все это время сидели мокрые в прохладной квартире. Понимаете, да, к чему я веду? Заболела я как раз из-за этого. И сейчас ржу, потому что читаю комменты. Только что Тёма опубликовал этот видос. И я спустилась в комментарии. И тут очень многие пишут, типа... Надеюсь, никто не заболел после этого. Надеюсь, все здоровы. Надеюсь, никто не заболел. И кто-то написал: следующее видео Маши. Заболела, не пошла в колледж. Я ответила: ха-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 ха. Завтра новый влог. Самое интересное то, что вчера уже днем я чувствовала себя немного странненько. У меня такой, знаете, немного кашель появился. И я думаю, блин, не очень хорошая идея снимать такое видео, мне может стать хуже, типа. У меня болит голова, так что сейчас я, наверное, буду делать ингаляцию, залезу под одеялко. Прикол в том, что мне даже просто работать не над чем. У меня нет никаких снятых видео, чтобы их монтировать. Да и сил особо тоже, потому что голова реально раскалывается. Я сейчас... выйду на улицу за сегодня первый раз. Мне просто надо на маникюр. Я знаю, что это не очень правильно идти делать ногти, когда ты болеешь, потому что я типа могу мастера там что-то заразить. Но она всегда работает в маске, поэтому я за нее не волнуюсь. И я, честно говоря, не очень хочу идти, потому что мне так что-то херовато стало. Но мне надо, очень надо, потому что ногти уже капец. Тем более это здесь недалеко, чуть-чуть воздухом подышу, пока пройдусь. Оделась я тепло. Тёма сейчас повезет мотоцикл свой, ну, в гараж уже оставлять. А я вернусь часика через полтора. Ты на большом не ставил портфель? Какой? Сыни. Все. Погнали. У тебя классная курточка. Спасибо. Наконец-то еду загрузить мотоцикл в гараж. Я тоже хочу новую курточку. Хорошо. Очень хорошо. Все. Пока. Мы сразу заведемся. Пока. Заведемся. Замерз, не заводится. Я представляю, неделю просто в бедолага. Мы будем скучать. Бензин потелепаем. Давай. Все, я пошла, Тём. Я уже топаю. На улице темно уже, конечно же. 5 часов вечера. Фу, и ветер. Кстати, я только что, перед тем, как идти, смотрела влоги девушки, которые мне посоветовали, чтобы понять, какие новогодние влоги вам нравятся. Вдохновилась так немножко. Поняла, что нам нужно еще очень много всего купить для декора и для видосов про украшения. Поэтому сейчас буду сидеть на маникюре. Заказывать еще всякие гирляндочки, разные ништячки классные, чтобы красиво все задекорировать и было уютненько. А, все, я уже возвращаюсь обратно домой. Сделала я ногти, сделала уже такой новогодний дизайн, потому что будем снимать видосы про Новый год. Буду там показывать всякую мелоду. Ну, я так планирую. И поэтому у меня тут оленчик. Сейчас придем домой, покажу еще получше. Ой, горло разболелось жутко. Походу, завтра сижу дома тоже. Пока сидела на маникюре, половину времени пыталась выбирать на сайтах всякие
для декора штуки, но особо это у меня не получалось сделать, потому что в салоне плохой интернет, ничего не грузилось, поэтому я играла в новую игру залипательную на телефоне. Скачала себе игрушку, такую, знаете, типа вот эта кухня, где надо готовить, всякие там блюда быстренько подавать. Теперь все время везде в метро, в такси постоянно залипаю. Так, смотрите. Маникюрчик получился вот такой. Мой любимый бордовый, как только наступает холодно, я сразу перехожу на него. И вот такой классный, очень минималистичный оленчик. Я сегодня поубирала в комнате тут, потому что у нас тут уже был такой беспорядочек. Немножко все это подорганизовала. Блин, не могу, такие гномы эти классные. Поменяла батарейки в гирлянде. Смотрите, теперь моя доска снова светится красивенько. Второй здесь стоит гномик. Тут Толик, наш кактус. И еще, кстати, пора включить фламинго. И зажечь вот эту гирляндочку тоже. Красота! Я уже, честно, не могу дождаться момента, когда нам пройдет елка, когда я докуплю все, что надо для декора, и мы будем это все украшать, потому что у меня уже есть новогоднее настроение. Сейчас я уже не сомневаюсь, об этом говорю, потому что я уже насмотрелась кучу видосов, я уже даже смотрела Гарри Поттера одну часть, когда была у папы на выходных, и, блин, классно, не могу. Я хочу, если завтра буду себя получше чувствовать, голова не будет болеть так сильно, то хочу сходить в Юск, у нас рядом тут есть, и посмотреть там всякие украшения еще, и купить что-то еще домой. Но все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Сейчас хочу посмотреть еще декоративные подушки с разными красивыми наволочками. Какой-то еще, может, пледик закажу. В общем, сейчас посижу немножко за компьютером, почекаю еще разные декоративные штуки и вам потом покажу, что в итоге я заказала дополнительно. Я хочу снять отдельное видео про елку и отдельное видео про всю квартиру. И потом еще сделать какой-то видос, где мы будем с Тёмой пробовать готовить разные новогодние прикольные штучки, именно пробовать, потому что снимать для вас обзор на рецепт и типа показывать, как что-то готовится, у меня вряд ли получится, потому что готовлю я типа так себе, поэтому мы с Тёмой будем пробовать готовить по новогодним рецептам. Думаю, так будет проще. Пойду сейчас выпью свой сироп. Еще надо померить температуру, потому что у меня болит голова так, будто бы она у меня поднялась. Боже, посмотрите, как выглядит сейчас наша комната маленькая. Здесь просто склад и реквизита для видео, новогодних игрушек, разных технических штук, два штатива. Там сушится наша стирка, тут еще какой-то склад чего-то. А тут пленка оберточная, стикеры для съемки. Короче, у нас эта комната полностью склад. Я думала, что пока снимаю влоги вот так дома сама, можно брать штатив и просто ставить его, чтобы он меня снимал. А то я постоянно ставлю камеру, знаете, вот так на тумбочке, на полочке, уже привыкшие места все такие, они немножко уже заезженные, и влоги получаются с одного ракурса все сняты, уже не так интересно, мне кажется. Поэтому я сейчас поставлю камеру на штатив и чуть-чуть поснимаю остаток влога с других точек. Мне кажется, вам так будет интереснее смотреть. О, так удобненько, кстати, очень. Мне так обидно за то, что я тупо из-за, блин, съемки видоса вот так вот слегла. Посмотрите хоть этот видос, пожалуйста. Я оставлю ссылку в описании. Там самый мокрый челлендж с Артемом. Смешный получился. За ваше здоровье, не болейте. Я думаю, сейчас в такой сезон довольно многие из вас болеют. Поэтому, ребят, я с вами. Я вас поддерживаю морально. Мы с вами все выздоровеем, и все будет отлично. Так, сироп я выпила, и еще сейчас таблетку размочу от кашля одну. У меня тут идет поиск аксессуаров полным ходом. И я только что придумала такую тему.
Мне очень нравится в декоре, особенно новогоднем, разные подушки с наволочками тематики новогодней и рождественской. Я посмотрела цены на подушки с рисунками и поняла, что взять таких штук 5 это немножко ударит по кошелечку, как бы. И я нашла способ сделать все намного дешевле. Я зашла на сайт, где можно найти супер дешевые шмотки, и нашла самые банальные, простые белые подушечки, такой декоративные, типа квадратные, размером 45 на 45. Это такие стандартные декоративные подушки. Они вообще тут дешевые, по 45 гривен одна подушка. Я заказала 5 таких, заплатила 225 гривен, и зашла на сайт в инстаграме, где продают разные тематические наволочки красивые, и заказала отдельно наволочки. Это получилось в сумме намного дешевле, чем если бы я взяла такое же количество, только уже подушек вместе с наволочками в одном сервисе. Короче, я заказала отдельно подушки и отдельно наволочки, и очень хорошо на этом сэкономила, поэтому завтра мне отправят и то уже, я оформила заказы, поэтому думаю, в пятницу или в субботу все это будет уже у нас. Мне надо сейчас помыть посуду, и хочу поставить чайник, выпить чаю еще, потому что голова раскалывается просто. Я всегда, когда болею, если лежу тупо, мне становится еще хуже. Поэтому я стараюсь как-то себя чуть-чуть хотя бы тормошить и заниматься какой-то мозговой активностью, потому что если я сейчас лягу, все, мне вообще кирдык. Я смотрела Гарри Поттера, приехал Тёма. Привет. Вертолёт, привет. Короче, Маша целый день болеет, и вместо того, чтобы пить таблетки, которые я пошёл купил, сиропы, я Маша полдня ничего не пила. Не, ну правда. Ладно, Маша просто не могла открыть сироп, это так странно. Я реально, Тёма принёс сироп, потом уехал, я его пыталась открыть своими ручками, да. А у меня не получалось. И только ну когда... а таблетки хотя бы просто посмотреть. Ты не принимала ничего, ты даже не знала, где они лежат. Принимала. Ты врёшь. А сейчас, короче, тоже ещё утром купил ампулы, чтобы делать ингаляцию. И почему ты это до сих пор сделала? Извини, мам. Так это же для тебя. А где ампулки? Да, ты делала. Ну, в аптечке. Блин, Маша все поубирала, я вообще ничего найти не могу. Ну да, я... Искал шнур для телефона. Он в одном месте, переходник в другом месте. Где ты делал удлинитель? Куда ты его засунул? Он на месте, там где должен быть. А где его место? В спальне. Он всегда здесь лежит. Нет, он в спальне. Я заказала подушки, а я тебе уже сказала. Да. Я хочу уже посмотреть, что там за подушки. Красивые. Очень красивые, да такое. Да. Я уже жду, когда нам приедет елка. Я очень хочу уже елку. Угу. Она будет выше телека, да? Да, конечно. Намного выше, я думаю. Ну, если ты 2.5 метра, ну вот, смотри, это где-то, ну... Вот это где-то 2.30. Мне кажется, больше. Вот так. Я не знаю. Прикольно. Ну это точно уж телека, я вообще... Я же правильно, вот я ее представляю, мы здесь ее поставим? Да, вот так вот, все закроется. Мы вот эти тумбочки еще уберем, я думаю, вообще. Угу. А сюда так наложим. И еще нам нужно будет взять пустые коробки какие-то и оберточной бумагой их просто коробки обернуть, угу. Чтобы выглядело как подарки. Я общался с Марком и Илюхой, и давайте сделаем на Новый год каждый приготовит один подарок и сделаем слепого Санту.
тайного Санту. Да, я уже предлагала. Слепого. Тайный Санта. Слепой. Прикольно. И никому не будет обидно, каждый получит подарок. Что тебе подарить? Мне? Мне ничего не надо. Да в смысле? Ну подумай. Ну я не знаю, ну серьезно, у меня все уже есть в этой жизни. Ну почти все. У тебя есть я. Ну вот. У меня уже есть свой подарок. Я не знаю, ну а тебе что? Мне? Не знаю. Ну вот. Можешь подарить мне какое-то красивое колечко? Хорошо. Как тебе мой маникюр? Очень. Я уже... Сейчас, секунду. Очень красивый, реально. Я пришел, говорю, блин, Маш, ты сделала такой же маникюр под фасон нашей постели. А Маша такая, блин, вот где этот олень. Сейчас я вам тоже покажу, просто в чем как бы тут загвоздка. Я думаю, почему мне так понравился дизайн. Посмотрите на подушку, на нашу. Это же то же самое, что нарисовано у меня на ногте. Ну, практически то же самое. Я увидела на Пинтересте эту картинку, такая, блин, хочу этого оленя. Посмотрите. Мое подсознание уникально просто. Все, давай, иди делать ингаляцию. Ты такой заботливый. Все, давай, приступаем к нашей шайтан-машине. А ну, включи ее. Надо сказать все перед тем, как включим, потому что потом будет ничего не слышно. Последние слова. Ну, все уже сказали, уже приступаем к включению. Давай, надевай маску. Можно я тоже попробую? Я тебя люблю. И я тебя. Включай фильм. Хорошо. Соблетилась. А, ну давай, лечись. Машуля, вставай. Маш. Почему? Пошли спать. Давай. Расчет температуры, мне кажется, надо же на ночь выпить от температуры, чтобы я во сне не умерла от закипания крови. Закипание крови. Не, сейчас найдем, что там уже какой-то открывается. Там парацетамол или что такое. Да, не парацетамол, ой, парацетамол рано пить. Спокойной ночи. Люблю вас, если что. Ты куда?